привет всем. Ну что скажу, сегодня репортаж необычный. Я начинаю репортаж с нашего городского парка, который я люблю и который уважаю. Здесь природа не тронута. Посмотрите, какая красота. Вот. Неописуемая. Но город в отвратительном состоянии. Отвратительном состоянии город. Отвратительный. Очень. Очень. Господа, ну нельзя вот так относиться к городу. Город наш. И мы должны его беречь. А это ужас. Я сегодня прошелся по городу. Это ужас, дикий ужас. Что творится? Что творится с дорогами? Это неописуемое. Неописуемое. Просто, не знаю, ни в какие рамки не влезает такое отношение. Ну а сейчас репортаж. Вот такое безобразие творится на каждом углу города, на дорогах и вообще. Ямы в асфальте почти везде, во всем городе. Это ужас, как машины едут и как ломаются. На рыбалку собрались, да? На рыбалку собрались? Или с рыбалки? Я на охоту. Наверное, здесь рыбачить уже можно. На охоту. Вы согласны? Нет. Рыбачить нет. Можно здесь, да? Ну на охоту еще не вышло, с рыбьем. Тает снежная куча. Вот такой блядство случай. Груды грязи на обочине. Тут и там. И все нравится. Все очень нам. Женщины, как вы считаете, у нас сейчас в каком состоянии дороги наши городские? Падают. Ну вот сегодня я, в принципе, вот понимаете, я вот сейчас иду от западного микрорайона, прошелся от западного микрорайона, и до сюда, вы понимаете? В некоторых вообще случаях, я скажу, отвратительно, скажу вообще, в городе. Ну, отвратительно, не отвратительно, но я считаю... Вас вот, например, устраивают, вот, например, грязные вот эти кучи, которые лежат сейчас? Вы знаете, не устраивают. Не устраивают. Вот, ко мне приезжает гость из Новороссийска. И они всегда говорят: господи, что же у вас за город такой? Ни травки нет у вас, ни везде все заросло. Вот эта вот соль, грязи. Вот эта вот соль, пескосоляная смесь, да. Вот эта с химией, она убила все обочины. Вы согласны? Да, и она прям, я вот ни в одном городе, говорит, не была, чтобы такой город у вас. Я говорю, раньше город такой был, красавец, а теперь вот не знаю чего. Ничего не ухожено. Она говорит: ой, какой у вас город, Новороссийская. А я... Ладно, эта тема, ладно, это больная тема, вообще она уже будет постоянно. Я вот хотел вас спросить, вот этот вот вид у вас, вот такого, такой вот ходьбы, я уже давно замечаю, многие люди уже перешли вот на такой вид ходьбы. Что называется это у вас? Скандинавская ходьба. Что? Скандинавская ходьба. Скандинавская ходьба. Я слыхал, она помогает там, значит, здоровью очень полезно, сердцу, это сердечно-сосудистой. 8 лет назад, так. И я хожу вот сколько лет уже. Как мне вот в Голубой Оке подсказали,
что, это, что эту методику ходьбы привезли из Германии. Ну, так понятно. Я и хожу. Я вот слыхал такой. Мне нравится. Ну, вам тогда всего хорошего. Спасибо. И здоровья. Спасибо. Удачи. Спасибо вам.